Всем привет, друзья! С вами AirZ, RobXD и Zars. Будут эти два игрока сейчас сражаться друг с другом. У нас вроде как бы кубок. Такс, только какой бы оба узнать? До 4 побед пишут. Отлично, до 4 побед, так до 4 побед. ВВС и лазер. Попадаются армии. Не успел еще, кстати, счетчик прикрутить. Такая вот небольшая грусть есть. Но это первая игра. И значит счет 0-0. Лазер у нас справа. Он же Соник, он же Зарс. Ну а на левой стороне оранжевый гроб. Оранжевое солнце. Играет за Эйра, да? Барак-реактор, суплай, здесь тоже суплай, естественно, будет строиться, как же без него-то. Интересно, кто-нибудь в мега-нойка играл, что прям без суплаев. Существует ли такая стратегия? Запеха разве что только. Может, затокс какого-нибудь. Продается командник, здесь тоже командник продался, второй барак, два барака играет, и пошел первый дроп от Роба. Прям по чиннику, и он, в принципе, спасается, конечно, получает немножко люлей. Сразу возвращает его. Подлетает уже Зар здесь. Ну, дозер уехал. Чинука забыл, ну как так-то, а? Небольшой минусить получается Робик. Ой-ой-ой, ну опасно же так делать-то, а? Конечно же задавит тебя из-за угла. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, нет, не замечает этого Роб. Могу попробовать задавить на самом деле. А вот это вот терять нельзя. Как ты поехал-то? А, даже тебе вот попытка была. Все потерял. Своих дозеров. О, где завод возводит. Восьма, кстати, здесь завод. Хочу вам сказать. Ну, у Роба очень плохие дела. Он, конечно, на два супла играет. Но, смотрите, уже вышки захватывает Зарс. Ну, это кубок. Вроде бы как. Было 7. А-а-а, нет, убивается. Убивают. Да, говорил же, что счетчик еще не успел прикрутить. Как освободился, так сразу стрим запустил и... Даже толком и не знал, чего они играют-то. Ну все, мстители уходят здесь. Экономика полностью накрывается. Конечно, вот эти ребятки есть у Роба. Эти тоже. Не бережет Роб своих юнитов. Что очень плохо на самом-то деле. Тут еще и Хамвей. А, куда же так отошел Зарс? Теряется, наверное, Хамвей, да, теряется. Здесь сбивают снова очередного чинука. Зарс еще хочет захватить здание. Не забыл, даже нового рейнджера заказал. Сам только освободился, говоришь? Я тебе там здание накатал.
придумать липовые фирмы какие-то. Хорош, конечно, друг, да, вот, вот для чего домик. Вот здесь домик для этих целей оправдан, конечно же. Пошла массота пехоты. И, кстати, загораждается тем самым и барак, и, в принципе... Ух. Ну, хорошо, что вот этот дозер еще живой у Зарзы. В принципе, за счет него должен дальше Зарз развиваться. Да, я думал, что ты даже не за компом был, и никто ничего не в курсе. Так. Или ты мне что-то написал, типа окей и так далее. Не успевает продать завод, Зарзи. О, немного люлей это получает, мститель, однако. О, как, с двух сторон бьют. Вот так надо мстителя бить, с двух сторон. Теряя здесь Соник своих рейнджеров. Первая игра у нас, напоминаю, счет 0-0. То есть особо ничего такого вы не пропустили. Конечно, вы пропустили экшены и такие дропы. Они были здесь. Я не построил военный завод. А, денег даже не было. Ой, блин, ну теряется дозер. Даже без лазерлока можем добить. Вот так вот, да. Одного рейнджера надо добить ракетчиками. Интересно, получится ли? Он даже еще и лечится. Вот рейнджер, а. Так, дропик. Бережет уже Роб своих чинуков. Один вообще даже. Где попал, шляется. Остается в итоге один, два хамвея, да? Ой, два. Подождите, нету его здесь? Серьезно, один только? Ой, уже один хамвей только остался. Вот это да. Вот это да. Ну, отключает экономику Зарз. И аналогично ловит Роб Зарза. Улетит, не улетит! Манули, манули. Добили. Так, то есть остался на двух бараках и какой-то здесь хамвей. Вот, вот он. В принципе, его поймать сейчас может Роб спокойно. Нет, не лезет. Оставляю. С флешками. Ворох. Флешки выучил. Зарз. Возвращается хамви. Эй, не так послал, Зарз. Ну, куда-то в другую сторону надо было лететь. В принципе, сохранил бы его. Спамит, спамит, Соник. Пехоту. Чинка еще может заказать. За скидочку. Вот такой вот дроп. Да, и правильно делать. Просто по суплаю долбить. Сломается. О, кстати, есть захват. Так захват бы сделал, нет? Остается только одна вышка. Так, он весь слился. Эти ребятки справились. Ничего, у нас Роб-то тащит пока. Ну так, неожиданно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, вот теперь хорошо улетел, только не до конца. Нет, нехорошо, значит, улетел. Взял, остановился. Дальше надо летать. Отомстил, конечно, Зарз. За свой суплай. Но очень важны самому Зарзу вот эти юниты. Ну, скорее всего, они сейчас потеряются. Нет, не теряются, останавливаются на месте, Роб. Что-то закрабил немножко. Совсем так немножко закрабил. Бывает.
Так, один чинук что-то молчит. Че он молчит-то, ничего не делает. Дальше Зарс балуется пехотой. Вот она, где высадка произошла. Очень много здесь ребят. Да, и захватывается. И что у нас остается тогда? Роб с одним бараком, да, вы представляете? С одним бараком остается. Да все, продавать надо это. Роб, фух, продал. Опасно, конечно, так пехота идет. Под гранаты просто подсо... Ой, Роб, елки ты палки, просто под гранаты попадается. Ёлки ты палки, такую ораву слил. У Зарза остается два здания. В принципе, хороший дроп. Похоже, надо было это все продать, самому дропнуть сюда, и может быть, чтобы и получилось бы. Не, сейчас уже не отобьется. Роб очень много потерял. Флешки не выучил. Роб. Поэтому он в минусе. Все, барак теряется. Делает захват. И здесь уже беспомощен. Беспомощен здесь уже Роб. Да, дропает ракетчиков. Нет, не успеет добить ни то, ни другое занято. Тем более здесь на него уже рава целая идет. Ну все, захватывается здание, и у нас Роб проигрывает первый бой. Соответственно, Зарс, он же Соник, выигрывает. 1-0 в пользу Соника. Отгадайте, какую карту мы увидим следующей. В принципе, все знают, какую карту Роб любит. Правильно? Все же знают. Или только я один вычислил, на каких картах он рубается. Так, у нас Роб XD. С горючкой на конце. Против Зарза, он же Соник. То есть я счетчик сейчас делаю. Проговариваю эти никнеймы. БО7. И что у нас? Ну, у Роба всегда оранжевый цвет. Вот у Зарза неизвестно. Карта БББ. Пех и стелс выпадает. Сейчас еще флаг сменю. Украина, Украина. Готова Украина. Зарс у нас фиолетовым цветом теперь-таки играет за стелса. Как он такое? Ну и пех у нас Роб. Карта БББ. Счет 1-0, да. В пользу Зарза. Делается соплайка. Маник уже продался, и делается здесь тоже суплайчик. Никаких рек, кстати, делать нельзя в кубке. Такие вот правила. Ох, не зря здесь машинка поехала. Вот, вот это вот классно, что, конечно, что так Роб сделал. А, да, задавил 50%. Ну, может точно отменить, наверное, норку, а, да, Зарс. 50% это же
Да, от меня. Это же не 80, не 90, не 100, в конце концов. Готовится еще и подрыв. Не продает командный центр. Вот это да. Вот это пех, конечно. Свирепый. Свирепый пех. И здесь барах тоже сует. Озером вперед поехал. Одна здесь норочка, другая здесь. То есть у бункеров норочку делает. Ох, минку бы. Не подрывает. Дозер не захотел забрать. Лучше суплай, да? Лучше полностью суплай заберет. Ну а на второй суплай просто будет машинки бить. О, как успевает один домик занять. Ноль у роба. Денежек нету. Ну, грузовик вот этот. Ну пусть он денежку-то пришлет. Эй, каркасы никакие не строил. Это плохо. Теперь машинки будут страдать. Пытается добить, пытается. Нельзя дать этот скраб. Нельзя, 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 ни в коем случае. О, минку поставил. Все, тогда пусть забирает свой скраб. Рядом подъезжает. Да зачем уже отъезжать? Ясно дело, что не успеешь. Проходит раб. Смотрите-ка. Не замечает этого роб. Тот самый пробежал сквозь бункер. Вот такие вот рабы. Нехорошие. Бункер сюда надо делать. И вот он на продаже командного центра. Надо было сразу это делать. Нет, не строят никакой бункер. Двух ракетчиков буквально заказать, бункер построить. Это бы задержало глашника, но он этого не сделал. Ну все, свирепствует здесь, Зарс. Дракон поехал туда, обратно. Он, конечно, отменил, но здесь норку. Это да, это хорошо. Минки могут только спасти здесь временно. Здесь надо суплай делать. Но нету денег. Совсем нету. Завод можно сразу продавать. Продавать, говорю, надо завод. Роба. Что ж ты крабишь-то так? Ясно дело, что завод не выживет. Раз, два, три суплая уже есть у Зарза. С одним заводом играет. Он на всякий случай еще один. Одну норку делает. Натыкается, конечно, неплохо на огонь. Минки не сделаны. До сих пор. А, просто уже сдается роб. Его право. Ну что ж, счет 2-0. В пользу Соника. Да, смотрим на следующую карту. Мелтик Шоу. Опять шоу сказал. Сноу. Такс. А что не заходит-то? Я к ним не могу зайти. Уже третий раз. Пытаюсь.
О, появилась карта наконец-таки. Да блин, выбрал же. А, все, окей. Зарс что-то тоже пропадает. Какая-то нестабильная связь здесь уже. Нестабильная аура. Нюк. В этот раз у роба достается и обычный эйр. Жалуется роб на рандомчик такой. Бывает. Бывает, бывает, что же еще сказать? Реактор, два суплая. Занюка, как лучше сыграть против Юсы? Кто как думает? Миги, в принципе, здесь не очень. У Нюка на начальной стадии. Естественно, конечно, смотрели, какой цели. Но для... поимки хамвеев точно никак. Настраивает. Заранее подальше дропает. Ну, скорее всего, получится здесь у Зарза добить этот грузовичок. Второй еще на подходе. Ой-ой-ой. А вторым... А, почти. Но. Эх. Сверху тоже дроп. По два ракетчика, смотрите, дропают туда и сюда. Зарс. Нюк БМ выходит. Первый выходит нюк БМ, представляете? Долго он здесь маячил. Этих можно было оставить, пусть собирали бы. Готов бы и справился. Так, 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 так. Не, отходит. Отходит хамвей. Конечно, пехоту забрал. Роб, но... тоже с особой такой потерей. Теряется грузовичок. Да, и сразу сдается роб. Там и там по экономике удар был. Минус один дозер. Еще время эти тянули. Оттянули у роба время. 2 МД. Но это довольно грустно. То есть 3-0 у нас сейчас счет. Возможно, последняя игра впереди. Посмотрим.
Да ладно, серьезно, я тут все болтаю, а кажется, голоса не было, блин, пардон, сорян. Какая отличная давочка, а? Просто прям. О, ракетчик зашевелился этот, самый одиночный. Во, неужели высадил свои войска роб заранее? Ну, взял, потерял. Видишь раненого, сразу берешь и лечишь. Устанавливают еще и здесь суплай. Соник готовится, дворец и готовится стратегический центр. Здорово. В целом на равных идут, но снова захват пошел. О, побежал отменять захват, но вряд ли успеет, может только вышку уничтожить. Скорее всего успеет. Захвати. Да ладно, нет, не успел. Ну все, очень дестрой был активирован. Появился дворец. Появится Джарман Кэл вскоре. Ванильными армиями играют. Один играет за Глашника. Этих террорюк. Ну а Руп у нас играет за Юсу. Счет 3-0. В принципе, ключевая игра. Можно сказать. Сейчас все пойдут такие ключевые игры. Потому что играем до 4 побед. Всего лишь одну победу надо. Зарзу. Возможно, сейчас Роб покажет мега камбэк. Здесь же такие синдромы Дилмака. Помните такие синдромочки-то, а? Неприятные моменты, когда вроде бы побеждал, все. Буквально чуть осталось. Все сорвалось и вообще все слил. Таких моментов много. В этой игре бывает. Если хотите море камбэков, то эта игра самое то. Минус один суплай. Подъезжают уже. А есть рынок. А рынка я не вижу. Ой, тогда будет долго это все биться. Вышку так и не пытается захватить вдоль. Норку может построить. Теряется медичка. Беги, Хамвей, убеги. Нет, не убегает.
И даже на ракетчик не перенаправляет огонь. Ой, Джармон, сейчас смотрите. Всех. О, как. Успел засесть. Здесь минус суплай. По-моему, две норочки тоже падут. Блин, тоже с потерями играет. По ракетчикам надо долбить все-таки. Норка здесь не строит, совсем забыт. Рабик, хотя мог бы построить норочку и в нападение уже пойти. Пошел первый рынок. Очень нужен рынок. Ради этого улучшения. Да и ради остальных тоже других. Даже на ботиночки рабочим, чтобы рабочие быстрее ходили и больше денег собирали. Правда, теперь им ходить-то некуда. Вот единственная кучка осталась у Соника. 6300 остается. Так, строится командный центр. Еще одна баги. Захват не получился. О, снайпера пошли. Ну все, здесь все шансы есть уже. И отстроился командный центр. Все, Юса живет. Глашник не живет. Ключевая, наверное, ситуация, то, что этот суплай отбился и вышку отменил все-таки одну. Роб. При этом еще и суплай тоже подмял. То есть по экономике неплохо ударил. Соника, при этом сам роб еще и свою территорию отбил. Вот она, где вся прелесть. И в перехват пошел. Неплохо. Заодно и снайпер еще выслал. Чтобы, мол, если что, Джармана, да, убить, видимо. Он вот где. Так, пошел перехват. Здесь тоже давай перехватывай. Зачем? Здесь рейнджер просто так стоит. Сейчас, видимо, попытается подсветить и Бартоном убьет Джармана. Посмотрим. Да нет, просто идет пока. Так, наконец строится норочка. Ой-ой-ой, а как? А как захват был отменен? Я так и не понял, если честно. Давай, Бартон есть, подсвети Джармана и просто это, дави. Хотя здесь уже и этот есть. Но! Куда ж ты? Куда ж ты, Бартон, убежал? А что было захвачено? А, пушки, пушки еще тут есть. Пушки захватил, во. Так Джармана и не убили. Не дают захватить вышечку. Снайпер есть. Не зря там снайпера оставил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень большая кучка, да, высаживает. Джармана там нету, кстати. Течь погибает, но баги здесь, в принципе, не справится. Его по норке бьется спокойно. Неплохо. Снизу здесь просто ракетчик опять тот самый, что-то забыл. Захалтурит сейчас его. О, Бартон, давай-давай-давай. Да, добил. Ну и чинок упал. Упал чинок-то плохо. Так, и здесь война. Ну, Ребель слабее, чем Рейнджер. Это всем известно. Не туда-то бьешь, по этим ей. Ой, еще Джарман здесь. Не опасается Джармана.
половинку делает. Джарван. Да, добивает. Еще и пушка там стреляла. И захват отменил, и Бартона отменил. Захэдшотил, как говорится, его. Так, вторичная экономика уже пошла. Один суплай в пролете. Только здесь один работает. В принципе, дальний суплай можно и продать, наверное, нет? Около сколько денег? В принципе, мог бы его продать. Вторичную экономику бы сделал. На мотик сажает, смотрите, Джармана. Зарс. Захватывает вышечку. Здесь снова тоже перехват вышечек. Но это весьма кстати для Зарза будет. Как хорошо, что там снайпер был. Просто не поверите, а. Как здесь повезло Кому с его снайпером. Заезжает снова под огонь пушки. Она довольно больно бьет. Обнаружится Джарман. Джарман на мотике более уязвим от ракет. Так что, по сути, его потерять легче. Фух. И все, и это все, что есть у... Да ладно, не готовил никакую армию. Роб, елки ты палки, ты же мог бы. У тебя же столько денег было. Да продай ты уже этот. Саплай. Саплай вообще не нужен один. Вышку опять так не перехватил. Да что ж такое, а? Невезуха прям, непруха. Убивается один рынок, остается на одном рынке, да? И на одной вышке. В целом у роба по экономике, конечно, получше. А, еще один суплай, да, есть. Соника, надо этих рабов тоже напрячь, пусть работают. Копают ресурсы, вот эти ящики тоже пусть собирают с дальних сплайв. Палится, палится, конечно. Не идет нападение почему-то. Соник боится. Боится, боится. Радар-то есть? Да, вот он. Радарчик есть. До сих пор без энергии. Он продал бы вот эту штуку, наверное, и энергии бы хватило, да? Три же она штуки жрает. Бартона заказал, серьезно? И там... Может, все-таки двух хамвеев хотя бы... Перехватывают одну вышку. Эту вышку, наверное, надо когда уничтожать, раз не получается ее захватить. И пушку можно отхватить. Кстати, Роб, тебе на будущее. Хватай пушки тоже иногда. Снайпер не может, да, убить. Кстати, по-моему, глупо, что снайпер не сможет убить мотоциклиста. О как! Вот оно как. Вот это здорово было. Вот этот тамагавк, конечно, себя здесь оправдал. Эх, как ты полетел, а? Как же ты полетел, ёлки-ты-палки. Теряется тамагавк. Осторожно, здесь машинка. Машинка рядом. Только она куда-то назад пошла. Снайперюху хотят убить. Больше, больше техники заказывай, Роб. Рынок новый отстроился. Теперь их снова два. И Джарман уходит. Заканчивается там супла. И все, сдается. Даже деньги не собрал. Сдается у нас Роб. И у нас итоговый счет 4-0 в пользу Соника.